Привет, с вами инспектор Гаджет и внутренний голос. Привет всем. Слушай, голос, а ты себе когда-нибудь конфеты в уши пихал? Что это за вопрос такой вообще? Не, ну серьезно, в уши конфеты когда-нибудь пихал? Гаджет, ты что, рехнулся что ли? Зачем мне, взрослому человеку? Голосу. Голосу. Себе в уши конфеты толкать. Не, серьезно говорю, вот такие бы вот ты запихал 100%. Представляете, наушники M&M стоят всего 9 баксов. Ну, только жаль, что несъедобные. Ты, походу, за время праздников мозг свой съел. Друзья, я надеюсь, вы вернулись к жизни и оцените мой рассказ о гаджете. Plastec Mobile Office D28. Мобильный сканер. Эта штука рассчитана на сканирование листов формата А4. Главная фишка аппарата – он умеет сканировать сразу две стороны листа за один проход. Эта функция зовется дуплексным методом и здорово экономит время. Конструкция сканера нареканий не вызывает. Документы приходится загружать вручную, лист вставляется в щель, нажимается кнопка – раз! И сканер, пропустив сквозь себя листок, выдает данные в цифровой форме. Среди приятных мелочей – отдельные кнопки для сканирования одной или двух сторон листа, возможность сканировать пластиковые карточки размером с кредитку и выбирать путь прохождения бумаги. Оптическое разрешение устройства – 600 точек на дюйм. Процедура установки более или менее стандартна. К недостаткам можно отнести лишь поддержку только операционных систем от Microsoft. В комплект входит программа распознавания текстов и несколько утилит. В итоге мы имеем компактное устройство с высоким быстродействием. Цена, правда, высоковата – 14 тысяч рублей. Но и конкурентов у него не просматривается. А знаете, друзья, как скрасить томительное ожидание окончания обзора внутреннего голоса? Зацените. Шлем с литром ватокатколы. Ну что может быть вообще лучше? Вот только вы аннотацию к нему прочитайте, прежде чем использовать. Гаджет, хватит пиарить ватокатколу. Что делать? Ватокатколу. Чё? Ватокат. Спрашивайте только на сайте Games TV. Ты использовал меня? Кто я? Да не, ну ты чё, голосишка, я не мог, серьезно. Слушай, ну давай, чтобы как-нибудь тебя задобрить, я, может быть, обзор твой представлю? Давай. Ватокат Кола представляет обзор Decal Power Drive. Вот гад. Decal Power Drive DC-016RV. Где хранить коллекцию DVD-ков с файлами из торрентов? То есть, конечно же, лицензионных DVD-дисков. Это громоздкая на вид штуковина, по сути, DVD-ченджер на 100 дисков. Стопэ. А что значит Play 100 DVD? No hands needed. Че, ты же без руки можешь, что ли? Автоматизированный, то есть умеет сам искать нужный диск. Но при этом в нем имеется собственный привод DVD-RV. Так что он еще и может сразу воспроизводить DVD-ук, выдавая данные. Внешне он представляет собой здоровенный такой чемодан со щелью для диска. Устройство весит 3,5 килограмма, сделано из прочного на вид пластика. Места, правда, занимает много. В корпусе скрыта вращающаяся подставка с прорезями для дисков. На морде ЖК-экранчик и цифровая клавиатура. Сзади порт USB, через который оно цепляется к компу. Работа с хранилищем требует некоторой аккуратности, но в целом удобно. Аппарат может работать как при подключении к компьютеру, так и автономно. Например, выводить фильмы на телек. При желании систему можно использовать и для записи дисков. 15 тысяч за нее, конечно, дороговато. Но если у кого накопилось 100 любимых DVD, вполне имеет смысл воспользоваться. По опыту, правда, можем сказать, что самое неприятное – это когда дисков куда больше сотни. И приходится думать, какой же из 100 дисков вынуть, чтобы воткнуть 101-й. Слышь, голос, я тут недавно вообще ржал. Ты представляешь, изобрести такое в наш век высоких технологий. Что это у тебя? Вон, смотри. Ну ладно, кризис, я понимаю, у людей там на Bluetooth денег нет. Ну чтоб на hands-free их не хватало, это как-то тупо. Пиши. А чё писать-то? Указ мой пиши. С сегодняшнего дня я создаю STG. Это что? Рейтинг самых тупых гаджетов. И держатель для мобилы заслуживает отметки 6. Согласен. Угу. Что у нас дальше? Epson и HTW 420. Домашний проектор.
Зачем покупать дорогую плазму, когда можно взять проектор и получить картинку качеством отнюдь не хуже, а размером куда больше? С этой штукой домашний кинотеатр становится вполне реальным. Именно что кинотеатр с проекцией картинки на экран. Кино, компьютерные игры и ТВ-трансляции, причем с возможностью просмотра в HD-качестве. Проектор потянет все. Девайс симпатичен на вид, прост в использовании и функционален. В аппарате есть встроенная акустическая система. Он подключается к компьютерам, игровым консолям, ТВ-тюнерам, спутниковому телевидению и тому подобному. Есть порт USB, гнездо для карт SD и стандартный разъем S-Video. Базовый размер картинки до 300 дюймов. Изображение очень яркое, причем смотреть кино можно даже при дневном освещении. Лампа eToro на 2000 люмен. Ты хоть сам-то понял, что значит 2000 люмен? Я-то? Да, я-то знаю, что такое 2000 люмен. Чё это? Это почти как в настоящем киношном проекторе. Вот так. Понял. Понял. Фирменный блок «Матриц» обеспечивает хорошую цветопередачу. И что важно, аппарат почти не шумит. Среди фич – несколько цветовых режимов, включая специальный режим для видеоигр с быстрой сменой изображения, быстрый старт и так далее. Разрешение 720p. Есть возможность просмотра цифровых фотографий на большом экране с SD-карты. Цена проектора – 40 тысяч рублей. Размер картинки до 7,5 метров по диагонали. Если пересчитать, то это 300 дюймов. А 50-дюймовая плазма вам обойдется 1090-120. Может, есть смысл задуматься? О, а ты кто? А я Иванушка-дурачок. Фига-искусительница. А хочешь одну? Две? Три? 4, 5 конфеток. Ага. А что делать-то надо? Завтра ты пойдешь в темную пещеру. И на рассвете разбудишь меня на работу! Понял? Не. Колос, а как ты думаешь, фига-искусительница обманет нашего героя? А это гаджет мы узнаем в следующий раз. Поскорей бы. С вами был инспектор Гаджет. И помните, я... Докопаюсь до правды. Чмоки! Счастливо!